Всем здравствуйте, и это новый обзор дома, 106 квадратных метров, 2 этажа и 5 соток земли. Меня зовут Михаил, вы на канале «Строй Гранд Анапа», и мы начинаем. Что касаемо внешнего вида, когда я приехал, подумал, что это 106 проект, ведь 130 проектом они очень похожи, вы сами увидите на фотографиях. Поэтому посмотрел планировку, увидел, что здесь 130 квадратных метров. Разница, ну, не только в квадратуре, а в планировке, тем, что лестница на второй этаж, она располагается в совмещенной кухне-гостиной, а в 106 проекте она сделана отдельно и располагается в коридоре. Для наших новых зрителей, в коттеджном поселке Морской, где мы находимся, у нас, в отличие от других жилых комплексов, есть индивидуальный газ. Соответственно, из-за этого цена немножечко выше, чем в других жилых комплексах. Сейчас мы с вами находимся на первом этаже. Прихожая, как и санузел, 6 квадратных метров. Сразу справа располагается спальная комната. Кто-то называет ее родительской, так как дети в основном располагаются на втором этаже. Она у нас 15,5 квадратных метров. Ну а про второй этаж давайте чуть позже. Лестница выполнена из высококачественного дерева, она не скрипит, не издает никаких посторонних звуков. Значит, на втором этаже у нас есть еще один санузел, он чуть-чуть больше 6,5 квадратных метров, и три спальные комнаты. Это 13, 15 и 17 квадратных метров. Также добавлю, что терраса 22 квадратных метра. Не забывайте про наши доп. Услуги, например, остекление террасы, либо же навес. Также у нас еще действует летняя акция. Вы отдыхаете на вилле, а мы строим вам дом. Смотрите подробнее в описании или на нашем канале. С вами был Михаил, спасибо, что досмотрели ролик. До скорого!